Всем привет, меня зовут Дмитрий. Это серия коротких роликов про то, как управлять вашей страничкой в GoodStay. Сейчас поговорим про карточки с текстом. Вот такие есть в нашем отеле: спортзал, спа, бизнес-центр, сувениры и другие. К ним же относится та карточка, которая открывается по кнопке с контактами. Здесь у нас тоже есть телефоны, имейлы, просто какой-то текст. В общем, сюда можно положить все, что угодно. И карточки, которые есть на страничке, содержат в себе заголовок, картинку, текст. Можно положить сюда кнопки. Например, в заказе такси можно положить кнопку, которая будет отправлять гостя на приложение Яндекс.Го. В общем, через такие карточки мы можем рассказать обо всех услугах, о каких-то деталях, о правилах проживания и подсказать гостю, куда ему, может быть, нужно будет отправиться, чтобы попасть в спортзал или спа. Давайте посмотрим, как этим управлять. Для этого мы переходим на главной странице сверху во вкладку «Контент страницы». Это и есть те карточки, которые у нас показываются как текстовые на главной странице. Здесь есть список наших карточек, включая контакты. И внутри каждой карточки мы видим то, что лежит у этой карточки внутри. Например, в сувенирах мы видим, здесь есть два блока. Первый текстовый блок, можем посмотреть его содержание, наведя на него мышкой. Второй текстовый блок. И, собственно, в этой карточке вот их всего два. Давайте посмотрим. В сувенирах два абзаца. Все текстовые карточки состоят из блоков. У каждого блока есть тип, но мы сейчас про это поговорим. Чтобы понять, как это работает, давайте добавим одну карточку. Например, хотим добавить информацию о конференц-зале. Для этого нажмем на кнопку «Добавить». Вот здесь, в правом углу. И сразу у нас бывает окошко для того, чтобы мы задали название, обложку и карточку, которая будет на главной. Можем сразу загрузить. Например, на главной у нас будет вот такая картинка. В качестве фона внутри карточки у нас будет вот такая обложка. Заголовок. Давайте это название карточки назовем ее «Конференц-зал». Порядок укажем на главной. Ну, вот у нас сейчас есть 7 карточек, пусть это будет 8-я. И назначение страницы. Здесь либо стандартная карточка, которая будет, как все остальные, на главной, либо контакты. Но контакты у нас уже есть, поэтому выбираем стандартную. И добавляем такую страничку. Она у нас сразу создалась. Вот она, конференц-зал. Внутри пока нет блоков. Для того, чтобы добавить блок, надо нажать на кнопку «Добавить блок». Нажимаем. И давайте посмотрим, как можно перенести сюда ту информацию, которая у нас есть. Например, мы подготовили вот такой вот файлик, где уже есть текст, который нам нужно будет перенести. И давайте просто перенесем его. Видим, что первый блок у нас — это текст. Мы просто копируем его, указываем тип блока. Здесь давайте я расширю. В качестве типа блока может быть следующее. Это может быть кнопка. Мы ее рассмотрим. Email. Этот тип нужен для того, чтобы гость мог кликнуть по email, тапнуть и сразу перейти в свое приложение для отправки email вам. Изображение. Соответственно, можно вставить картинку. Можно указать телефон. Этот тип нужен тоже для того, чтобы можно было легко нажать и открыть приложение телефона, позвонить вам. И текст. Это, собственно, тот тип, который вот нам сейчас нужен для этого блока. Указываем порядок, пусть это будет нулевой блок. Подзаголовок нам в данном случае не нужен. И вставляем просто наш текст. Поле автоматически подстраивается под контент. Добавляем этот блок, и он сразу появляется у нас в списке. Далее добавляем еще один блок. Давайте посмотрим, что у нас за блок. Тоже текстовый. Для этого тоже просто выделяем, нажимаем «Введите текст», указываем тоже тип «Текст», указываем порядок для того, чтобы блоки были один с другим.
подзаголовок нам не нужен. И здесь мы сразу можем проставить вот такие bullet-поинты для того, чтобы обозначить преимущество нашего зала. Тоже добавляем такой блок. Теперь мы, после того, как мы добавили один зал, хотим показать, как выглядит, собственно, этот зал. Для этого добавляем еще один блок. Указываем теперь тип блока изображения. Ставим ему сразу порядок на главный. Пишем подзаголовок как раз с названием нашего зала. И добавляем фотографию. Вот фотография нашего серебряного зала. Добавляем этот блок. Теперь вставляем еще один блок с залом золотой. Тоже не забываем проставить здесь bullet-поинты через вот такое тире. Далее мы посмотрим, как это будет выглядеть на самой страничке. Указываем тип блока текстовый, ставим ему порядок, добавляем, он тоже у нас сразу появляется. Теперь нам нужно добавить картинку, тоже про наш золотой зал. Здесь пишем подзаголовок у картинки «Зал золотой», загружаем фотографию золотого зала. И добавляем еще один блок с залом платиновый. На этот раз это текстовый блок. Порядок у него уже четвертый. Проставляем наши bullet-поинты. Я ошибся с номером, надо поменять на 5, чтобы он был по порядку. И осталось добавить еще один блок с фотографией последнего зала. Это будет 6 по порядку блок, зал платиновый. И загружаем картинку. Также мы давайте посмотрим, как добавлять кнопку. Например, мы хотим в конце этого текста добавить кнопку, например, которая будет вести на наш сайт, где будет возможность забронировать этот зал. Добавляем еще один блок. На этот раз ставим у него тип кнопка. Порядок ставим ему 7. Текст в кнопке пишем, например, «Узнать подробнее». И указываем ссылку, на которую будет вести эта кнопка. Здесь для примера мы указываем просто наш сайт. Добавляем такой блок. И теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Теперь у нас есть карточка «Конференц-зал». Внутри настройки, которые можно найти вот в кнопке вот здесь, с обложкой, с картинкой внутри, название, порядок на главный и возможность архивировать эту страничку. И в основном поле мы видим все блоки по порядку, можем включать, выключать их, но сейчас давайте выключать не будем. Видим те подзаголовки, которые у нас есть, и контент, который внутри. Чтобы увидеть больше текста, достаточно навести, и у нас всплывает вот такая большая подсказка. Плюс каждый из этих блоков, конечно, можно редактировать. Для этого надо нажать на шестеренку, и внутри здесь можно вносить любые изменения. И давайте посмотрим теперь, как это выглядит на страничке для гостя. У нас появилась карточка «Конференц-зал». Заходим внутрь. И получилась вот такая вот страничка с текстом. Наш первый абзац. Дальше рассказываем про зал серебряный. При этом bullet-поинты
отображаются у нас вот так. Вот она фотография, которую мы добавили, подпись к ней. Далее зал золотой, рассказываем про него, тоже показываем фотографию. Платиновый зал, ой, здесь я забыл поставить тире. Вот давайте сейчас сразу отредактируем. И фотография последнего платинового зала. Если мы нажимаем на кнопку «Узнать подробнее», мы отправляемся по ссылке, которую мы указали. Ну и вот теперь, собственно, давайте отредактируем. Я в платиновом зале вот здесь упустил пробел. Нажимаем, сохраняем. И давайте проверим. Да, теперь у нас все буллет-поинты показываются правильно. Таким образом, можно добавить любую информацию, положить, например, сюда какие-то файлы по кнопкам. Например, мы хотим рассказать о правилах пожарной безопасности. Для этого у нас есть документ в PDF. Мы можем добавить его к себе на диск и в качестве ссылки тоже добавить в кнопку. Тогда у гостя откроется этот документ просто в соседней вкладке браузера. Можем добавить любые фотографии, можем добавить любой текст и рассказать обо всем, о чем только пожелаем.